Самые распространенные мифы о ВИЧ-инфекции и откровенные разговоры без купюр. Посещение стоматолога. Ну, однозначно, это высокий риск, так как приборы, там, инструменты могут не обрабатываться. И, например, как часто вы ходите в такие стоматологи, где вот не обрабатываются сегодня инструменты? В 6 часов у меня стоматолог, да. Я надеюсь, что там все обработают. Активный образ жизни и спортивный тимбилдинг. Раз. Тренинги в спеццентре и обучение коллег. Даже если, не дай бог, это все-таки положительный результат, но как с этим жить, какую ответственность нужно нести? Все это испытание для команд участниц корпорации ЗОЖ. Железнодорожники и парикмахеры, таможенники и связисты. Они пропагандируют здоровый образ жизни и призывают к нему своих коллег. Грипп люди больше знают, наверное, чем о ВИЧ. Поэтому вот эти мифы и заблуждения не существуют. А заодно проходит экспресс-диагностику в специальном тест-мобиле. Большое преимущество нашего мобильного пункта – то, что он может передвигаться по всей Челябинской области. Да, и вот мы видим о том, что у вас здесь вот автомобильная такая площадка, и можно подъехать и сдать. Стандартно это занимает 2 недели. Но сегодня есть возможность сделать это буквально за 10 минут. Почему бы и нет, не отрываясь от рабочего процесса. Телепроект «Корпорация ЗОЖ» разрушает мифы и вводит моду на здоровый во всех отношениях образ жизни. Это 7 серий и 7 испытаний. Телепроект стартует на канале СТС Челябинск в эту субботу в 16:00. Не пропустите!